все очень страшно, конечно, для меня. Человек, который не играл в эту игру очень давно, боже мой, паутина испугала меня. Я подумал, я сейчас провалюсь куда-нибудь в ад и заору, как всегда. Давно же не записывал такое. Всем привет, с вами Войс, и сегодня поиграем карту на прохождение в Майнкрафт. И сразу, без лишних вопросов, переходим сразу к делу и нажимаем на кнопку старт. Она не работает. А, ну надо, получается, выбрать сложность. И у нас нормально, тяжело, Я не играл давно, поэтому не судите. В общем, а теперь на старт. Ну все уже, все, что, что? Only place... Мне даже здесь ничего не остается делать. То есть надо проверить звук, окей, нажать нормально. Может быть, нажать на старт, и вот теперь понеслось. Теперь другое дело. Окей. Поехали. И мы в обычном мире, я так понял. И как мы догадались, нам нужно бежать в деревню. Ведь карта называется Abandoned Village, то есть заброшенная деревня. Ну и судя по лианам, видно то, что она заброшенная. Двери открыты, то есть давно здесь никто не жил. И вообще все как-то, я не знаю, как-то мрачно, если честно. Здесь прям никого нет, без жителей. Это вообще как-то все мертво, на мой взгляд. Сразу забираем хавчик, все то, что есть. Любые ресурсы могут быть полезными и пригодятся где-нибудь они нам, я уверен. Томс, Weapon Shop. О, ух ты, оружие можно скрафтить. Вот это да. Осколок при... Я даже не знаю, что это за вещи. Версия 1.8.8, поэтому я хрен знает, что здесь происходит. Ну и черт с ним, ладно. У нас и рычаг, и это, и палка, и еще есть топор. У нас все есть, короче. Мы все забрали. Всегда так делаю, это нормально. А, то есть... Деревянный топор. У меня нет второго деревянного топора, поэтому это хреново. То есть я ничего сделать здесь не смогу, по-моему. Если я не ошибаюсь. Хотя, зная то, что вышла новая версия, и я вообще без понятия, что здесь происходит, могу и ошибаться. Поэтому не судите. В общем, ладно. Посмотрим, что мы можем создать здесь, если мы что-то вообще можем создать. По-моему, ни хрена мы не можем создать. У нас вообще ничего почти нету. И у нас есть всего лишь острота 2, pointy stick, то есть заостренная палка. И все. То есть, ладно, не думаю, что это нам пригодится пока здесь на данный момент. Подсолнухи, ни хрена себе, вот это, да? А я подсолнухи не видел раньше, прикиньте. И почему у меня... Почему я не могу их разбить? Это все неспроста. Это все очень странно. А, то есть это, походу, так и надо. То есть, не надо. Ну, то есть, все так заложено. Хрен с ним, с этим русским языком, я запутался. Все, забыл. Что-то здесь произошло. И, судя по, по этим разрушениям, вообще не весело. То есть, никому здесь не было весело. Где мы не были? Мы не были, по-моему, в этих домах. О, мы в башне не были. О, погнали туда. То есть там что-то и должно произойти. Здесь у нас ничего, по-моему, нет. Сейчас прям ничего нет. Топор, топор, вы что? Как мы могли пропустить этот топор? Каменный топор, ни хрена себе. Ладно, погнали вперед. Здесь у нас ничего нет. Хорошо. Наверх, 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 вперед. Ну, ну, ну. Ага. Томский, то есть ключ Тома мы получили. И это самое главное, походу. К чему же этот ключ идет? Вот это вот вопрос у меня. Вот я не знаю, куда он идет. Ведь я ничего здесь пока не нашел. Хотя, вот этот колодец, он очень интересен мне. Почему бы нам не поплавать, не опуститься вниз и не проверить, что у нас здесь вообще, что у нас здесь происходит? Ничего не происходит. Я просто думаю, я не знаю, может быть, на всякий случай загляну сюда. Потому что здесь блок был сломан, я думаю, что-то здесь неспроста, что-то здесь неспроста. Поэтому я и заглянул туда. Я вообще без понятия, как проходить эту карту, поэтому я играю тупо вслепую, то есть я не видел, как ее другие проходили, поэтому я вообще не знаю, что будет происходить, и это, мне кажется, хорошо, в какой-то степени, а в какой-то степени не очень. Хрен с ним, увидим, поживем, увидим, как говорится. Здесь мы были, ну и все, и теперь вот хрен пойми, куда бежать и что искать. В этом доме были, в этом тоже были, Tom's Weapon Shop. Ну блин, здесь же были мы, и скрафтить-то, получается, ничего особо-то и не можем. Не, это все ерунда. А если ключ мы положим? Ну, не нравятся мне такие положения в игре. Когда ни хрена не понимаю, что мне нужно сделать. Надо было прочитать. Не надо. Может быть... Все нормально, все бывает. И с вами, я уверен, такое было. Итак,
Если ты это читаешь, помоги, меня зовут Том, и на протяжении войны между скелетами и поселенцами, то есть вот что произошло, и мне удалось выжить. И сейчас я прячусь где-то в бункере. В бункере под Townwell. 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 Я даже не знаю, как это перевести, в общем, это где-то там. To access the bunker, you first need to use the lever at the... guard tower. Good luck. То есть мы взяли наш ключ, и теперь мне нужно, получается, пойти в бункер, который находится under the Townwell. Охренеть, что такое Townwell? Townwell это... Что это? Я не знаю. Я не знаю, это где-то здесь. Это абсолютно где-то здесь. Короче, я понял то, что я неправильно книжку прочитал. В общем, мне нужно идти обратно в это здание и, получается, залезть на самый верх. Там я увижу вот этот блок, и нам говорили в книге то, что мы взяли рычаг. А рычаг мы взяли, вот он. То есть это ключ, это, мать его, не рычаг, а ключ. В общем, хрен с ним, перевод, и топтал я это все в рот. Сейчас я нажал на это все, и я так понял, теперь у нас что-то должно произойти в колодце. Так как в книге это было написано, то есть упомянуто было об этом. Сейчас посмотрим, верно ли это или... Верно, и у нас что-то изменено. У нас уже здесь появились какие-то таблички, на которых ничего не написано. Сундук, в который нужно положить ключ, который куда-то хрен узнает исчез, ну и да ладно. Главное то, что нам открыли. Том! Я-то думал, ты человек, а ты житель. Не хочу я теперь с тобой общаться почему-то. Потому что мои ожидания пропали к черту. В общем, хорошо, Том. Что ты... Ты что, охренел? То есть мне по-любому нужен будет алмаз, я так понял. И... Жесть просто. Взял бы он книгу, запросил в конце концов. Ну не алмаз же, в конце концов. Не алмаз же, ё-моё. Ой, алмаз. Изумруд. Вообще забыл. В общем, ладно. Майн. Это шахта. I have been working on a teleportation device to the Nether, but ran into trouble in the mines. I could not collect enough obsidian to finish the device. Think you could do it for me? То есть он пытался открыть портал в ад, и у него появились проблемы здесь, в шахте, внизу. Потому что он неудачник, походу. И теперь он просит меня, чтобы я ему помог. Activate Minecraft. Окей, хорошо, пусть это будет так. Я ничего не упустил наверху, я на всякий случай все-таки гляну. То есть здесь у нас обычный... То есть вот, он, получается, работал над порталом в ад. Как это... Я не так работаю, я вырываю яму и заливаю ее водой и лавой. Но это не в этом суть, и ладно. Побежали внутрь, походу нам ничего не остается делать. У меня есть один топор и немного еды, и я думаю, то, что этого хватит, может быть, мне. А может быть и не хватит, хрен его знает, сейчас увидим. Погнали. Собираем эти блоки. Блоки, может, нам тоже пригодятся, в конце концов, как-нибудь. Все, я полностью более чем уверен, почему-то в картах на прохождение или приключенческих картах просто нужно собирать все ресурсы, потому что когда-нибудь они обязательно вам пригодятся. Чекпоинт. Хорошо. Хорошо. Я ненавижу, когда вот так... Вот, два пути, три пути, четыре и шесть. Потом, и ты не знаешь, куда бежать. То есть это все оттуда, хорошо. Два путя нету больше. То есть минус два путя. В общем, что я говорю? Боже мой, я забудался. В общем, хрен знает. Просто давайте теперь бежать и найдем что-нибудь. Надеюсь. Не вас я хотел найти. Ну и да ладно, у меня есть топор зато. У меня есть каменный топор, который очень быстро ломается. По какой-то причине. Пусть не горят. Хотя ладно. Некогда мне, некогда. Вот это хорошо, вот это просто супер. Теперь у меня золотая голова. Золотая голова, говорят же, золотая голова. Ну вот она у меня есть теперь. Стоп. Вот всегда вот вниз все идет, короче. Я вот не знаю, даже идти или не... Ну, походу, придется идти, что теперь делать. Да? Да. Сейчас запутаюсь опять. Я запутаюсь, я уверен почему-то. Так, нам нужен рычаг. Опять нам нужен рычаг. Lever, рычаг. Или ключ, короче, хрен его знает, английский язык, и там конкретно не перевести. В общем, ладно. По смыслу я имею в виду, дословно там можно, но так-то это бесполезно. В общем. Мне нужно найти ключ. Где? Я не знаю, будем искать. Как-нибудь, здесь мы не были.
Потому что я не поднимался. Я, по-моему, уверен, что не поднимался. Лук и стрелы! Вот это замечательно. Вот это просто супер. Еще бы знал я, нахрена мне это все нужно. А, была бы книга, в которой я могу читать всякую ерунду. Удачи, Том. Хорошо, хрен знает, что мне нужно делать. А, ну, не знаю, вот это вот интересно уже, если честно. Зачем мне нужен этот осколок? Походу, действительно, какую-то серьезную роль он играет, и мне главное его не потерять. Угу. То есть, здесь мы были, не были. Хрен его знает. Опять все запутался. Запутался. Жесть просто. Короче, эти бесконечные коридоры, ведущие хрен знает куда, меня вообще потрепали жестоко. Я теперь вообще без понятия, где я, что я. И вообще, есть ли у меня какая-либо причина находиться... Это меня просто убило, меня это просто уморило. А неужели я могу торговать им? Я этого не знал, представьте. Это великолепно просто, первый уровень. По-моему, я здесь был. Был я здесь, поэтому мне туда не надо. В общем, помните, я нашел какой-то... Что это было? Что-то наподобие блока, и на него можно было поставить что-то. То есть, похожий блок был, на который тоже можно было поставить ключ. Вот теперь я знаю, что мне нужно делать. Теперь мне надо найти этот сраный блок, который я не помню, где находится. Я не помню, где он. Где ты? Внизу? Не знаю, вот не знаю. Сейчас посмотрим. Надеюсь, что... Хорошо, это просто... прям, знаете, как с плеч, как будто все сошло. Не факел, это ключ. Давай. Ага. Я его забрать не смогу, поэтому оставляем его здесь. Я думаю, на всякий случай, может быть, забрать его. Вдруг он мне пригодится потом, чтобы я не лазил нигде. Теперь, получается, вход на второй этаж. Получается, на второй уровень, точнее, открыт. А вот где второй уровень? Где, мать его, второй уровень? Где вообще мне его искать? Где-то внизу же, правильно? Если так, по сути, додуматься. Второй уровень, низ, и как бы... Все сходится, а может быть и не сходится, а может быть и запутался. Ага, ага, чекпоинт. Спасибо. Я здесь был? По-моему, нет. По-моему, не был. По-моему, я вообще... Не был я здесь. Не был. И вот этот чувак, тому подтверждение, и я думал, дверь за мной закрыли, что ли, или задом кто-то, сзади кто-то стоит. Вот это вот просто... Стоп, где он? Где еще один? Я стопудово слышал еще одного. Он был не один, у него есть друг, я уверен. Где он? Мне не нравится это, где он? Почему такие вот звуки, когда ты не знаешь, откуда они исходят, они тебя пугают обычно? Походу люди боятся не самого ужаса, а незнания, как этот ужас выглядит и где он находится. Понимаете, о чем я говорю? Скорее всего, да, а может и не, а вот хрен узнает. Так или иначе, давайте просто... Ладно, ладно, и к чему бы это? А, Хэллоуин же недавно был, то есть я одобрил его маску. Кстати, его маска похожа на... Видели, как его изнасилование, хотел сказать? Нет, казнь, не казнь, в общем, purge называется на английском, я не помню. Судная ночь, по-моему. Вот там во второй части была похожая маска у бога. Бог его называли. Хрен знает, не помню, я не смотрел вторую часть. В общем, отстаньте от меня. Чекпоинт. Я здесь был, я здесь был. Стоп, а там я не был. The way last. Что? This way last. То есть все? This way second. А, нет, я думал, это путь последний. Я думаю, ни хрена себе, уже на финишной прямой. А нет, оказывается, этот путь первый. То есть, давайте чекпоинт на всякий случай еще нажмем. Потому что я не знаю, если я, ну, правильно нажал на него или не нажал. В общем, так или иначе, этот путь последний, этот путь первый. Давайте не будем, получается, идти против системы. Просто будем идти, как идти. Ну, вы поняли меня. Я и не помню, как здесь прыгать уже. Ай-яй-яй-яй. Очень рискованно это все, эти все дела. Это все очень страшно, конечно, для меня. Человек, который не играл в эту игру очень давно. Боже мой, паутина испугала меня. Я подумал, я сейчас провалюсь куда-нибудь в ад и заору, как всегда. То есть, ну, как-то же надо аккуратно. О, аккуратно. Вот алмазы, блин. Это как будто, знаешь, тебя дразнят. Вот прям вот, типа, забери нас, брат. Или просто сгори в лаве. Вот там я вижу сундук, это хорошо. А вот, ну, далеко, это не очень хорошо. Да не так уж и сложно, по сути. Но такое ощущение, то, что в третьем уровне или в последнем будет просто полный абзац. И
Ладно, хрен его. Знает, что там будет, но... Мне показалось, эта деревянная доска шевельнулась. Боже мой, у меня уже глюки какие-то. Это ненормально. Это ненормально. Ну, алмазная киркада, у меня все равно есть, хотя, по сути, какая-то разница. Но все равно возвращаться. Второй уровень. То есть надо плыть. Надо плыть куда-то вниз, походу. А может и не надо. А может я вообще сейчас накосячил. А вот хрен его знает. Давай, братишка, давай. Сплывайте на поверхность, что ты как кусок говна, давай быстрее. Все, другое дело. А теперь вниз опять, по новой, погнали, сундук, изумруд забрали. А там что, Там течение, сильное течение, оно мне не дает пройти. И прикиньте, сейчас это западня, короче, и сейчас я утону, и все, и это все было напрасно, и, в общем, в рот топтал. Давай. Ух, выше, вытянул, прям жесть, как я вытянул, как офигенно. Теперь куда мне идти? Вот туда есть путь, и есть туда вниз путь, а вот я не знаю. Технически я откуда пришел? Я снизу или сверху я пришел? То есть я же откуда-то пришел, правильно? Я пришел снизу. То есть внизу, походу, и будет выход. А если я пойду наверх, я утону? Нет, я вижу сундук, в котором куча лук. Один лук, точнее, куча стрел. Забрали. Теперь тупо технично свалил. Вот это супер. Вот этого я и хотел, если честно. Куда? Давай быстрее, твою мать. Течение такое мерзкое прям. Ну. В конце концов. Давай. Улетаем отсюда. Походу, второй путь, который был налево, он тоже привел бы нас к одному и тому же месту, хотя я не уверен. Это обман. Это жестокий обман. Но пока мне дают алмазы, мне как-то пофиг, в общем, хорошо же, с одной стороны. То есть нет, оказывается, этот. Да, а вот эти я не могу угли собирать. Оказывается, нет, этот путь и был тот самый путь, который обман. Не обман, а второй путь, где, оказывается, есть изумруд. Ну, в общем, вы поняли. В общем, мы поняли. Давай, быстрее давай. Что-то долго занимает нас. Ужас. Давай. Давай, дружок, давай. Ускоряйся как-нибудь, я не знаю. Включи что-нибудь, какой-нибудь там, я не знаю, вторую скорость хотя бы. Что, да ладно, я что, опять-то? Да твою мать, вы запутали меня. Куда я теперь идти должен? Ну,